Ассаламу алейкум, ва рахматуллах баракатух, уважаемые братья и сестры. Сегодня с утра проснулся и увидел на канале Кочевник Мамлюк новое видео, как наши дети нагайские танцуют танец. Полулезгинка, полу что-то непонятно что. Ну, в принципе, красивый танец. Можно было бы списать это дело на то, что, ну как, фантазия автора этого танца. Но меня больше смутило другое. То, что наши дети всяких малахаях непонятных. Какая-то даже не казахская, корсахская какая-то одежда непонятная, да? Но смахивает на казаклинскую. Это наша одежда, что ли, в конце концов? Для чего наши ученые, наши деятели собирали и фольклор, там, и другие элементы нашей одежды рисовали, восстанавливали. Наши деды папаху одевали. Зачем этот корсаж какой-то лисий хвост на голове? Я не понимаю вообще. Вы еще до сих пор сомневаетесь в том, что это как казаклинская вот пропаганда приносит нам вред? Я что-то вот сомневаюсь, что после того, что вы увидите это видео, уже будет сомневаться, то есть масло масляное получилось. Но я просто от возмущения слов не нахожу. Поверьте мне, это очень позорно. Понимаете? Дело не в том, что это казахская одежда и поэтому позорно. А потому что это не наша одежда. Наши дети уже будут воспринимать уже с рождения, не знаю, с детства, с молоком матери впитают, что это наша одежда будет. Впитают, и потом через 10 лет, через 20 лет будут спорить со старыми людьми о том, что это наша одежда будет кричать. Но ведь это не наша одежда. Давайте я вставлю последовательно часть видео из этого танца и часть видео Рамиля Ишмухаметова с рассказом о том, какая должна быть наша одежда. Хорошо? Многие скажут, что ты одел-то кавказскую одежду. Что ты нам, так скажем, втираешь, да? Ну, на это у меня есть что возразить. Вот здесь вы можете видеть. Одежда половцев 14 век, непосредственные предки нагайцев. Это проехали. Вы, наверное, уже увидели это дело. Теперь поговорим о том, что Медет Акишев же есть, даже знаменитейший, который нагайцев хейтит уже десятилетиями. Я, насколько я помню, с 2003 года он хейтит. А так ребята говорят, что даже раньше этого дела было. Посмотрите на его страницы в Одноклассниках. Он целую статью выпустил в защиту Мурада Заргишиева и его книги Навайла. То есть, получается, до этого он хейтил, ругался там, не знаю, материл там, не знаю, всякая разная, наших женщин и наших матерей, и мужчин, и всех остальных, да? И теперь вдруг стал другом нашим, что ли, получается. Зайдите на ее страницу, посмотрите, как он защищает эту книгу Навайла. И после этого скажите мне, достойно ли того, чтобы нашего Навая защищал какой-то казаклинец, враг нашего народа. Значит, получается, эта книга реально сделана для пропаганды, для антипропаганды. Против Навая она, эта книга сделана. Большим уважением отношусь к Мурату Даргишиеву, но считаю, что он сделал гигантскую ошибку. Раз на его сторону встали казаклинцы, значит, эта книга очень вредна для Навая. Давайте, братья, подумаем. Не хочу ни с кем ругаться, не хочу никого хейтить, тем более Навая. Но в данном случае вот эти два случая очень показательны в отношении планомерного уничтожения нагайского народа и его культуры. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.